Тверской государственный технический университет выиграл грант на развитие студенческого туристического клуба. Конкурс был организован Российским университетом дружбы народов. Участие в нем приняли высшие учебные заведения со всей страны. Грант в размере 500 тысяч рублей будет реализован турклубом «Азимут». На что пойдут эти деньги, узнал наш корреспондент. Для руководителя турклуба Тверского государственного технического университета «Азимут» Алексея Орлова туризм – это не просто хобби, это, что называется, образ жизни. На протяжении последних 7 лет члены туристического клуба ставят перед собой все более и более амбициозные задачи. К примеру, совсем недавно участники турклуба заняли 3-е место на студенческом чемпионате России по лыжным походам. Были и другие важные события. Сходили на майские праздники на Кавказ. Западный Кавказ – это большой тхач, вершина. И летом съездили в Преэльбрусе. Некоторые наши участники турклуба смогли даже сделать восхождение на Эльбрус и провели большие скалолазные сборы в Крыму с походом совмещенные. При этом в подобных походах могут единовременно принимать участие до 65 человек. Кроме того, в Азимуте занимаются и другими видами спортивного туризма – велосипедным, водным, а также планируют развивать новое направление – парусный туризм. Так, в планах у членов клуба организовать студенческую парусную экспедицию по следам Витуса Беринга. Турклубом уже подана заявка на получение соответствующего гранта Росмолодежи. Если все сложится, то это будет уже второй крупный грант для Азимута за последнее время. Совсем недавно турклуб ТВГТУ получил 500 тысяч рублей в рамках конкурса, который проводил РУДН. Проект называется, соответственно, «Я турист». Вот. Нацелен на создание 2-дневного интенсива для студентов, которые только что пришли в туризм. Это такая, знаете, глобальная проблема, наверное, для российского туризма, для студенческих клубов самых разных. Когда приходят студенты, каждый руководитель в своем клубе начинает думать, а что же с ними делать, как их вовлечь, как им вот это все оперативно и быстро показать. Мы перед собой поставили такую амбициозную задачу сделать краткий курс на 2 дня, в рамках которого студенты полностью погрузятся в мир туризма и узнают все, что им нужно узнать. Планируется проведение 3 подобных интенсивов, в которых примут участие около 100 начинающих туристов. Причем это будут не только студенты политеха, но и все желающие. Первые занятия пройдут уже весной будущего года. Конечно же, ВУЗ приобретает очень много, когда поддерживает такого рода спортивные инициативы, потому что, во-первых, это спорт, во-вторых, это развитие тех навыков, которые наверняка пригодятся нашим студентам в будущем. Это здоровый образ жизни, это свежий воздух, это скалодромы, это различные походы, это познавательный туризм. Добавим, что ТВГТУ планирует распространить свой опыт через Ассоциацию студенческих турклубов. В нее входит более 100 вузов по всей стране.